Ребят, спасибо вам огромное. Супер. Прям сердечко. Смотрели третий сезон Twin Peaks кто-нибудь? Там в конце, видишь, в конце каждой серии Roadhouse, там такой кабак, и он там очень много разных групп хороших звал в конце каждой серии выступить. Ребята очень сильно подходят. Цвет, дым, синий, очень круто. Ну, мне понравилось. Мы здесь, у нас тоже Twin Peaks. Получилось. Ранний Линч. Ранние его работы, да, Тимофей? Давай, я хотел, чтобы говори, что ей сказать. Что ты чувствуешь? Мне сложно говорить. Я чувствую. Вы чувствуете? Давайте сделаем вид, что мы на славянском базаре. Что это такое? Я хочу окончание завершения. Что здесь? Здесь, как всегда, финал. То есть все как-то двигалось, развивалось, куда-то шло, и всего свой финал. Вот финал. Вам что больше понравилось, начало или финал? Финал начало. Финал начало. Это начало конца. Вот, хорошее слово. Мне кажется, ребята, ну, у них такая музыка, ты сначала расслабляешься, вот, можешь закрыть глаза, ощутить себя где-то в каком-то очень приятном, комфортном месте, а потом они дают... Что? Да, и они дают знать о себе, так выражаются. Тимофей, что-то ты хотел сказать? А, ребята говорят, что на каждую репетицию как на праздник приходят. А сегодня что было? Пацка. Не, ну, по-моему, уровень классный. Я, конечно, не музыкальный критик, но... Вот, к Наде подходит, уже что-то спрашивает. Давайте из зала вопросы. Я могу ответить сразу на общий вопрос. Мне кажется, он очень общий вопрос. Я его слышу довольно часто. Вот, про преобладание черного. Да. Почему так много черного? Я вам хочу сказать, что если ты один раз проснулся.